Всем доброго времени суток, с вами Таракот, и у нас сегодня 5 героев вторые. Продолжаем нашу игру на островной карте. У нас тут, бляха, кладбище пипец. Оказалось вообще офигеть просто. Нечто. А здесь... Капец, я не думал, что настолько там жестко. Надо основным героям, наверное, туда сходить будет. Хотя не мешал бы основным героям захватить этот замок. Можно купить корабль и отсюда переплыть. Седьмой день. Ну, по идее, я должен этой группировкой там справиться. Возможно, полурусликов не стоит брать. Он автоматом их, что ли, разделяет? Я понять не могу. Слабоватая вообще армия, но должен победить. Сколько у него там? 40 маны. 125 урона. Там нет, ну только магии должен там победить, по идее. А с армией уж тем более. Хорошо было бы, конечно, напасть сначала, например, вот этим героем со скелетами и вынести волной смерти рыцарей. Короче. Посмотрим на это. Да ну нифига себе. Двадцать манны. Что он там кастовать будет, еще вопрос. 90. Ну я... А какая мораль нормальная? Удача хорошая. Проклятие на голема, серьезно? Этот ходил или нет? Ну да, ходил. Да нифига себе. Идите, он даже не доходит. Раз, два, три, четыре. Офигеть. Сколько у него там? Шесть. Ну, кабан. А, стоп, это уже... Блях, это следующий раунд.
Нельзя атаковать. Раз, два, три, четыре, пять. Может еще и дойти, кстати. Да нифига себе, а чё они такие живучие? 35, 26, 30. Тридцатку он завалит или не завалит? Двадцать пять хп. Дурачок, что начал титанов валить. Какая у него сила? 4, ну... Всего лишь 30 урона нанес. Офигеть. Походу у него кроме проклятия ничего нету. Я титаном атакую. Вот и все, без потерь. Астролябия увеличивает передвижение героя по воде. Ого. Так, сколько, кстати, на рынке там? 1 к 10. У меня на рынке отдать что? Что за отдать? Можно другому игроку передавать. Уже столько же, сколько на этом рынке. Не посещено, бляха. Блин, одного хода не хватает. Идите колотить. Ноль, один, четыре, четыре. Ноль, один, четыре, четыре. Наверное, ее я вообще... Ну что, стоп, она там... Она была там. Ее, наверное, сюда, на оборону этого города. А это все-таки...
корабль посажу. А этот, ну я не знаю, на броне, наверное, этого города. Кстати, призыв корабля у него, по-моему, есть заклинание. Перемещает ваш ближайший незанятый корабль в ближайшую точку побережья. Корабль считается вашим, если вы его только что построили или тот, на котором вы плавали последним. Ближайший, ну окей. Я вообще заглупил, надо было дерево не менять. Гарантированно призывает? Да, гарантированно. Этого тоже не мешало бы, наверное, на корабль посадить. Этот на обороне. Плюс передаст на следующем ходу подкрепление. Сука. О, вот это фарт. Я не знаю, кстати. А здесь по-любому этот волшебный сад, или же здесь может быть что-то другое вместо него? Если по-любому, то в таком случае именно за этот замок здесь, на этом острове, стоит играть. Блин, ну анимация, конечно, пиц просто. Анимация перемещения героев. Так, стоп. Нанять. Ну, вот это на обороне будет. Ну, полуросликов тоже можно оставить какое-то количество. Бляха-муха. Ну сюда можно высадиться, но там же, наверное, пройти нельзя. В кристальной шахте можно, но мне нужны самоцветы. Блин, на кой я с
типа русликами туда побежал. Надо, наверное, остров Красного захватить. Можно, конечно, и кладбище, но... Нифига себе. Это посещаемо или непосещаемо? Три титана — это уже, конечно, сила. Три в неделю, ого. Всякие. Опаньки, смотри. Туда прошел. Да я его вообще вынесу. С такой армией. Нифига себе, сколько там перемещений у нее. Орда. Японский городовой. Какой-то артефакт. Вот эта штука, она может убить героя, насколько я помню. Не хочу вообще туда заходить. Вход в пещеру зияет черной дырой, из которой тянет тошнотворным сернистым зловонием. Отважитесь ли вы войти? Нет. Надо на корабль сесть и захватить остальные ресурсы. Ничего себе, у него там... А что у него перемещение такое высокое? 1100. Продвинутое на 66%, а там на 99, значит. Ну,
в водоворот, конечно, можно заплыть. Ну, лучше разведать сначала. А чё, нифига себе, он даже золото не позабирал. Ну, по крайней мере, драконов у него нету, это хорошо. Бляха, там высадиться, походу, нельзя. Офигеть. Угу, там замок варвара. Здесь две шахты. Двадцать-тридцать пять. Ну, в принципе, неплохо, я скажу. У него достаточно хороший ход. Пятьсот. Вообще-то надо было призывать, не строить больше корабли, а призывать вот эти вот, которые здесь состоят. Орда элементалей земли. Я, кстати, не факт, что справлюсь с ними, с такой армией. Пипец, блин, все позабирал паразит. Ого. Это что за приколы там? Нифига себе, у него не... вампиры? Офигеть. Опа-опа, это что там такое?
Нифига себе, там снег. Нифига себе. Бляха. Пипец, у него даже боевых заклинаний нету. Ёперный балет. Несколько, группа много. Веспер. Некромантия базовая. Японский городовой. Какая некромантия? Сколько? Три хода? Бляха, если этот доплывет за один ход сюда, то я не успею в замок вернуться. Этот приехал, только, бляха, все ресурсы позабирал паразит. Четырнадцать, два, три, два. Четыре, шесть. 31. 15 здоровья. Триста пятьдесят, нифига себе. Это почти всех убьет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять. Какое-то говно это стоит. У него нет атакующих заклинаний, что ли? Он бы и так их убил. Я не знаю, убьют они их всех или не убьют. Ну-ка попробуем. Наверное, не убьют, и, возможно, даже окаменение получу. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что окаменение будет? 20% шанс.
И, конечно же, удача тогда, когда не нужно. Все равно потери намного меньше. Базовый следопыт. А что, не было, что ли? Пипец. Стрелка нету, бляха. Маны. Там сколько? Много. Мне надо сначала забрать шахты. А что голем охраняет? Голем ничего вообще не охраняет. Что за дичь? Так же, как и дракон ничего не охраняет. Что у него какой-то? Поставили просто, блин, охрану, которая ничего не охраняет. Пипец. Что? Нету боевых заклинаний, бляха. Не, ну вот как это называется? Пипец просто. Как он так подгадал? Он же не видел, он не знает, он не разведывал эту часть карты. Как он... Откуда он знает, что я не достаю до замка? Много, группа, несколько. Просто зашибись, бляха. 6-5. 0-2-6-5. Ноль, один, четыре, три. Стоп, а что если... У меня еще место для одного героя есть. Тут где-то тут, что ли? Стали хозяином маяка. Теперь все ваши корабли будут передвигаться по морю гораздо дальше. А что если я... Что за говно?
два, три. У него волны смерти ж нету. Ей скелеты не нужны. Наверное, придется этим нападать второго уровня. Пипец. Ну что за... На кой вообще? Я так и знал, что это будет. Не надо было отходить далеко от замка. Сколько там вообще? Надо, короче, разведать. Тридцать, десять, 14, 11, 8, бляха. Десятерых. Раз, два, три. Да нет, тут надо уже походу бежать. Все вот это вот, то, что копил, тоже просрется. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Восемь это много достаточно. Урона. В этом поле атаковать. Вот это, конечно, неприятное встревание.
Это придется, наверное. Откуда? Бляха-муха. Рискованно сюда, но... У меня замедления, по-моему, нету. Много. Сколько это много? У них сопротивление магии есть или нет? 50% урона от заклинаний. Бляха. Да ну их в пень. Ладно. Что-то это плохая затея, наверное, в поле атаковать. Два летающих юнита. 10 минотавров. Наверное, даже пятый день. Наверное, я в замок пока что зайду. Надо было передать и эти артефакты. Вот этих, наверное, надо вообще убрать отсюда. 4, 3. Бляха. Не
нормальная? Что, ничего не изменилось? А как это так? А, стоп, бляха! Они же из одной армии! Бляха, сейвиться надо чаще. Титанов скорость пипец низкая. Тут все равно все навыки, кроме мудрости, не боевые. Замок он не нападет. На этого он нападет. Бляха, потеряю вот эти юниты. Зашибись просто. Героя надо будет заново покупать этого где-то. Возможно, где-то здесь. Что-то вы знаете. Ты смотри. Не стал даже на того нападать. Офигеть. Куда он хочет попасть? Он во всех местах же был уже. Группа, мало, много, бляха. Можно, конечно, напасть сюда. Можно. Да не мешало бы избавиться от него, потому что он уже поплывет. Опа, Риальдо уже на корабле сидит. Бляха, перемещение вообще. Орда много. Надо пробивать орду элементалей. Мне, в принципе, этих шахт хватит. Хотя желательно было бы пробить, но у меня слабоватая армия. Хотя нет, не здесь.
А откуда заклинание «Призыв корабля»? С этого, что ли, замка? Может поплыть сейчас туда, к моим тем двум замкам на другом острове. Короче, пусть плывет. Вот это главному герою бы передать. Стой, день 20 тысяч. Сколько у меня, кстати? 5700 в день. Маяки здесь отображаются. Ну, стратегический ресурс у меня уже под контролем. И это хорошо. Да кто б сомневался, ё-моё. 10, 13, 10, 1, 31. Бляха, у него нет ничего боевого. Зашибись. Варвар. 40 хп, 60 хп. Ровно до меня хватит. А нет, не ровно до меня. Это так до сих пор еще никто не забрал. Седьмой день. Где-то вот в этом месте. Смотри, здесь можно пройти, нифига себе. Бляха, ну в корабль нельзя сесть. А где-то вот здесь оно. Надо героя туда запулить, чтобы он копал. Стоп, откуда призыв корабля? Заклинаю. А, вот здесь.
в принципе, можно... Да, короче... Кстати, ага, вот отсюда призвался. И нет, стоп. Не знаю, откуда он призвался. Мог бы прокачанных орков дать, ну да ладно. Второй уровень. Ого, сколько всего. Рыцарь Руби. Лидерство, баллистика, стрельба, мудрость. Там ничего нету. Бесполезно ему там плавать. Кондора. Вот это достаточно сильная группировка. О. Нет заклинания призыва корабля, надо было, наверное, в другом городе нанимать ее. Что-то на клетку леса может стать, что ли? Ну, скорее всего, это Изабель догонит. Ага, я призвал вот этот корабль. Может, замок варвара, в принципе, захватить, хотя мне надо усилить группировку. Мне уже слабая группировка. Семь титанов это... Ну, пока что не титанов, а гигантов. Полуросликов, наверное, здесь смысла нанимать нету, потому что... Они же не будут принимать участие в бою. Вот этих железных големов можно было бы на прокачку отправить, но далеко. 5800.
2000. Четыре красные героя на том острове. Будут захватывать мои ресурсы. Ого, сколько передвижения. Блин, эту карту контролировать тяжело. Тут некромант... Стоп. Я что-то не понял. А у некроманта... А где некромант? У него город, но нет замка. Что такое... Что считается вообще городом? У меня и у желтого по 3 замка получается, у красного 2, у фиолетового 1, что ли? 12-10, нифига себе. Мана. Не, ну можно, конечно, напасть, хотя достаточно рискованно. Много группа. Стрелков много. Кастор. Я ж, по-моему, Кастора выносил уже. Причем он не сбегал. Самоцветов уже, ага. Мне титанов надо бы апнуть. Короче, попробуем. Сбежал. 48-23. Хорошая, нормальная. 45, 3. 3. 350, офигеть. Восьмерых, что ли, убьет? Четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, наверное, пропуск хода, хотя...
нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сюда. Бляха! Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мораль не сработала на кабанов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эти жесткие. Но надо атаковать. Сколько? Минус 2 лорда огров, минус 5 гномов. Стоп, 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 стоп. Да бляха, гребаный мисклик. Вместо того, чтобы закрыть ёперный балет. Я не могу загрузиться во время боя. Бляха, пришлось задачу снять. Три, четыре, пять, шесть. Этими атаковать надо даже, наверное, гидры, я думаю, а не орков. Враг не отвечает. Ну тогда, когда она и так убила бы. Так, 6, 6. Высокая вероятность, что следующими будут ходить либо огры, либо минотавры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бляха, так сейчас полуросликов вообще завалит. Почему? Молниеносная 8. Он дурачок, он мог бы полуросликов убить, он атакует почему-то не магов, а кабанов. Что-то искусственный интеллект какой-то вообще. Крайне сомнительный. Атаки с удачей тогда, когда в них смысла никакого нет. Да как так-то? Как он выжил вообще? 90 полуросликов не смогли убить двух огров.
Хорошо, что я первым ходил. 971. Что, полурослики вообще шлак какой-то, бляха. Надо от них избавиться. Наверное, надо к этому замку, что ли. В руинах, что ли, он нанимает медуз? Там уже... Шелтенбург. Сажать ее на корабль, но это надо бабки тратить на корабль. Нужно вообще-то. У него уж есть заклинание призвать корабль? Есть. Он высадится, она сядет на корабль, а он отсюда призовет какой-то из этих стоячих. Золота не то чтобы слишком много. Желтого там шахта. И серная шахта, но хорошо, что не у красного. Чего? Не понял, что он не может сесть на этот корабль? Ой, пипец. Что за говно? Группа несколько уже, бляха, нанял там оборону. Он как будто знает, что я туда собираюсь плыть. Мне самоцветов пока что не хватит на прокачку титанов. Фиолетовый побежден. Ты смотри, некрополь, бляха, проиграл.
замков 4 у желтого. Пипец, с желтым надо что-то делать. Отсюда, блин. Можно туда, конечно, поплыть. Ладно. Кроличья лапка? Удачу! Да у меня там удача уже и так. Плюс 5, когда максимум плюс 3. Магия не прокачана. Можно, конечно, вместо у росликов взять непрокачанных магов. Замок останется без защиты практически. Что? Что за дичь? Это что за эксплойты? Как он туда высадился? Еще... Мало того, что карта не балансная, так она еще и забагованная. Пипец. И что это? Что это за шляпа? И толку с того, что он туда высадился? Что это за говно вообще? Жесть какая-то. У него есть призвать корабль. Все на кораблях. Отсутствует свободные корабли. Так, стоп. Это ж мой корабль, разве нет? Желтый рядом с этим порталом. Что у него там вообще? Хватило все равно сюда доплыть. Небесный чертог. Сколько стоит? 14. Сколько? 42 тысячи? Не понял.
5002. Каким образом 42 тысячи? 7 умножить на 5000 это 35. Карл, каким образом тут может быть 42 тысячи? Это что за дичь? И 14 самоцветов? Так они стоили один самоцвет, эти стоят два. Должно быть 7 самоцветов. С какого перепугу 14? Что, бляха? 2006? Что? Что? Чего, бля? Это что за говно? Разве оно так было в оригинале? Это какого еще лешего, Карл? 2001. 5002. 6002. С какого перепугу? Так я вообще их не буду улучшать, я просто новых буду брать. Но это бредятина, Карл, это полная бредятина. Какие? Какие 42014? Просто жопа. Я в шоке. Просто дичь. Ладно, полуросликов возьму на всякий случай. Если там чума будет. Просто бредятина вообще полная. Кто б сомневался. Вообще-то можно штурмануть этот город. Где его войска вообще бродят? Мне кажется, лучше было построить здесь, хотя... Полуросликов. Желтый герой. Надо было бы подкрепление взять, но я, пожалуй, высажусь туда. Что у нас тут?
Ты смотри, как поразделял паразит. Стоп, у меня же там прокачанная... А, базовая? Оказалось, у меня прокачанная... Волной смерти я бы мог всех убить, но я своих продамажу. Странно как-то инициатива. Баллиста стреляет силой 17 лучников, каждый с бонусом плюс 1 к своему навыку атаки. Левая башня стреляет силой 8 лучников, правая 8. Ров уменьшает на минус 3 навык обороны любого отряда и ограничивает дальность его передвижения. Продвинутая логистика, продвинутый мистицизм. Зеленая башня, лабиринт, болото, 20 серы. Кентавры, сокровищница, ого, 500 ежедневно. Здоровье 200, 25, 50, 12, 12. 150, 25, 50. Ого. Зеленые драконы, бляха, сильнее гигантов. А там получается, это не самое. Это они три раза прокачиваются. Потом красные, потом черные. Это самое слабое из драконов. Возрождается неведомая сила. И сколько на рынке? Уже лучше, чем на том внешнем рынке. Чё, 7 узон? Стоп, где гильдия воров? Не построены? Какой музон? Седьмой день. Неземная красота русалок очаровала вас и вашу команду. На какой-то миг вы позабыли о ваших проблемах и насладились этим... мгновением красоты. Чары русалок благословили вас на удачу в следующем бою. Можно в водоворот нырнуть, в принципе. А можно нагло высадиться рядом с замком. Да у него молнии до сих пор нету, ёперный, блин, нифига себе. Была бы волна смерти, она могла захватить этот замок. Нельзя высадиться, кстати. Надо с желтым что-то делать.
куда он поплывет, вопрос. Рискованно вообще инди магов здесь строить. Индивров надо еще прокачивать. По 4 замка с желтым. Триста, 20, 30. Нифига себе. Сколько у дракона? 25-50, Карл, ну это имба. Даже зеленый дракон, у него урон больше, чем у титана. И тоже 300 хп. 15-15, там 12-12. Нет штрафа в ближнем бою. Ладно, построю. У меня с серой проблемы. Лечение. А, ну, не, все-таки гильдия воров. Золото в казне у красного. Нифига себе, больше 20 тысяч у красного. Разведчик-строитель. Вот сюда бы героев. Ладно, я думаю, я ману и так исполню. Здесь пока постою. С красным расправиться, а потом уже с желтым. Что это за такой ход был? Что за маневр? Вот и смотри. Ого. Всех желтых высадил. Месяц волка. Ему еще повезло с месяцем волка. Бляха, были бы у нее атакующие заклинания, она могла бы победить. Она могла бы захватить этот замок и нанять там войска. Пипец. На что вообще Кастор рассчитывает? Мне ж тут... Крепление прибыло. Можно вместо кабанов, конечно. Хотя у кабанов инициатива высокая. Ну, либо вместо големов. Хотя у големов... Блин, с титанами, конечно...
39 кабанов это вообще-то немного. Волки повсюду появились. Стоп, иди. Куда герой желтого делся? Сел на корабль обратно. Там волки перегородили. Блин, чуть-чуть раньше бы появились они. Что-то что он дает? Мораль плюс один. Куча артефактов на морали на удачу. Без атакующих заклинаний не возьмет. Продвинутая мудрость. Бляха, не хватило хода. В нору полуросликов зайти. Короче, ее сейчас вынесут. Двадцать пять здоровья. У меня все равно полное уже. Дипломатия. Ведьма поворачивается и смотрит на вас своим стеклянным глазом. Ты уже знаешь все, что тебе положено знать. А теперь вон из моего дома. Там уже прокачанные. Проще было, наверное, проплыть, чем по суше здесь бежать. Но здесь придется, наверное, атаковать этого паразита. Десять, три, восемнадцать, девять. Нифига себе. Японский городовой. Сто пятьдесят. Ну это не так уж и просто будет. Два летающих юнита, вот это проблема. Двадцать пять. Шестерых. Либо там... Десятерых. Я не понял, а что, единицу что ли манны? 4-6. 4-6.
4, 6. Я еще пройти не могу туда. Вообще зашибись. А почему только сейчас грифоны походили? Раз, два, три, четыре. Они могут... Зря я кабанами туда пошел. Нет штрафа в ближнем бою. 20% шанс развеять полезное заклинание. Почему маг первый ходит? Пять, десять. Пипец просто. Тупой, вместо того, чтобы мага атаковать, он атаковал титана. Местность вообще неприятная. Семь, девять, шесть, двенадцать. Нифига себе, у них там разброс. У него ускорения, походу, нету.
Серьезно, сбежал? Два мага всего лишь потерял. А как в автобою там такие катастрофические потери были? Нет, казначей точно нет, хотя... Да нет. Вообще говно полнейшее предлагают. Стоимость капитуляции снижена до 30% от общей стоимости войск в армии героя. Именно до, не на 30, а до 30. На 3 квадрата. Блин, рано будет сажаться. Три дракона. 14, 26, 31, 62. Вот это вообще-то опасная группировка. 12, 10. Снижает моральный дух противника на единицу. 150. Куда он хочет попасть? Вот сюда, бляха, ее надо нанять. Третий уровень, ого. Кродо. Орлиный глаз, дипломатия, баллистика, мудрость. Это говно. 4-4. 3-4. Теперь 4-4, плюс сюда, плюс туда. Сколько это много? Отлично, вот здесь захватить шахты и копать, искать Грааль. Ну этот ни о чем.
На самом деле его бы здесь нанять, но у меня ж ограничения по героям. Можно, в принципе, вот этого отправить плавать. Офигеть там собрание. Обелиск надо посетить, но это потеря хода. Что у него там за заклинание? А чё на следующую страницу не перелистывается? Пять, пять, четыре. Нифига себе. Надо прикрыть. Пять, ого. Иди смотри. Волшебную стрелу применить. Базовая удача, бляха. Мои ни к чему. Вообще-то грааль надо копать, но надо шахты захватить. В утопию драконов, я так понимаю, никто не заходил даже.
Бляха, много, мало, рда, много. Это жопа, вот это плохо. Много, группа, группа. Пипец. Вы обыскали руины и нашли нескольких медуз, обитающих тут. Они согласны вступить в вашу армию за вознаграждение. Желаете нанять? Нет места. Короче. Защита плюс один. Надо прочитать, что там написано. Пипец. У меня здесь героя даже не будет. Вот в чем проблема. Он может успеть до этого корабля доплыть. Садите, а не сюда отправлять. Если этот приплывет к моему основному замку, вот это будет очень нехорошо. Двадцать очков магии. Но это не сдержит. Обратно на корабль сел. Вот этот, конечно, напрягает. Фалагар Агар. О, зашибись. Отлично. Потом-то и будет здесь. Пусть стоят там эти волки. Нифига себе, у него продвинутый на 50% пересеченной местности, а все равно еле передвигается.
Может быть, из-за того, что у этих двойка ползучая скорость? Колодец же хода не снимает здесь. Глоток из колодца полностью восстанавливает вашу магическую энергию. Смотри, повезло. Вообще без потерь. Хотите, не хватило хода, чтобы туда зайти. Что у нас здесь? Собор. 20 кристаллов. Можно гильдию воров построить. Черный дракон победит титана в любой день недели. Ну, естественно, там и зеленый почти что победит. Общая сила армии у желтого. Родов одинаково, что? А что? А, по нулям. Значит, это те поселения, в которых нет замка. Да я могу, конечно. Сколько, кстати? К 7. Мне надо магию прокачивать. Паладины, там, а потом чемпионы, что ли? Это вряд ли решит. Хотя нет смысла мне так максимально. Черные драконы могут решить. Мне лучше этажи строить. Это же оно опасно тем, что блин, надо соединиться там, чтобы с этим сразиться. Агар — это самый сильный герой, что ли? У него замка нету сейчас. Но он ни о чем. Вот это, конечно, серьезно. 12-10, бляха. 0-4. Не 15, конечно. Ну что ж, я думаю, это мы уже в следующей серии узнаем, чем все это закончится. Мне вот эту шахту надо отобрать, но она заблокирована кораблем, пипец. Хотя, стоп. Вот здесь можно пройти. Вот этот сможет.
отобрать и золотую шахту тоже. Войска расставлены, конечно, как-то странно. Спецресурсы у него сейчас почти не приносятся. Стоп, здесь один город или два города на этом острове? Здесь два, и причем вообще настолько близко. Вот это самый имбовый остров. Сразу рядом два города. И причем один защищен. Нельзя рядом с ним высадиться. А это такой себе, но тоже два. Это тоже такой себе, но тоже два. На моем один. На этом может быть, ну, либо один, либо два, не знаю. Может быть один. Короче, бляха, все дисбаланс какой-то. Еще ни одной балансной карты я во вторых героях не видел. Ну, должны же быть они где-то. Два замка варваров. Чернокнижник. А стоп, некрополь там же где-то еще. Вот, значит, здесь два тоже. Здесь, значит, некрополь где-то. Офигеть просто. Везде по два, у меня один. Какого лешего? Да, у меня золотая шахта есть. Но город это гораздо лучше, чем золотая шахта. Город, во-первых, и золото больше приносит. Во-вторых, там и... И войска можно нанимать, и гильдия магии есть. Кстати, на вот этом острове почему-то дерева нету. Интересно. Очень странная карта, мягко говоря. Ну, с вот этим говном, может быть, он и сдержит. Хотя придется убрать кого-то. Наверное, кентавров и гаргулий. Стоп, как они там? Да, гаргулий. Ну, наверное, их придется убрать ему. Ну, и вот этих, понятное дело. Этих бы передать, на самом деле. Желтый, конечно, проблема. Скорее всего, если он сюда высадится, или приближаться будет, надо будет куда-то в сторону убегать, призывать корабль, садиться на корабль. Надо соединить войска с основным героем. И вообще, конечно, мне нельзя допускать его в этот город, потому что там заклинания сильные. Нужно, конечно, там стать насмерть. Наверное, много юнитов у него положу. У меня два стрелка и один летун. Это плохо. Титанов прокачать всех — это нереальная сумма. ...1320 запас хода. 1440. Тысяча. Ну что ж, а на сегодня у меня все. И помните, что все эти игры — это, конечно, интересно и весело. Но самое главное — берегите свою душу и душу ваших близких.